21 сентября – Международный день мира. С 1982 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, эта дата знаменована прекращением огня и отказом от насилия. В канун не самого популярного в России праздника участницы конкурса «Ивановская красавица» отпустили в небо известный символ мира. Мероприятие проходит в Иванове уже третий год подряд. Отпустили в небо белых голубей, как символ действительно мира, и яркие цветные воздушные шары, которые дарят нам радость в наши такие, может быть, такие серые будни, но создают такое яркое впечатление. Девушки очень восприняли это с удовольствием и приняли активное участие в акции. В пятницу девушек финал конкурса. Сейчас у них самый волнительный период. Голуби и шарики немного приободрили красавиц. Сегодня мы отпускали крылатых голубей, символизирующих мир, и дружбу и любовь на нашей земле. И нам очень понравилось, мы все очень счастливы, голуби такие милые. Нам прямо дали какой-то такой заряд бодрости и энергетики перед финалом, и я очень счастлива в эту минуту. «Красота спасет мир», считал Федор Михайлович Достоевский. Спорить с классиком сложно, особенно памятуя о том, что красота – страшная сила. Однако девушки, которые этой силой наделены, утверждают, что есть в мире и другие спасительные качества. Доброта, наверное, да, сможет спасти мир. Искренность и, наверное, человеколюбие спасет мир. Если мы будем друг другу помогать, то все у нас будет складываться хорошо и все в жизни получится. Елена Белова, Алексей Гарин, РТВ Иваново.